В Башкортостане определили 40 земельных участков в 11 городах республики, которые будут переданы инвесторам под строительство жилья. Формированием перечня, который будет периодически пополняться, занялся оперативный штаб, созданный на базе регионального Росреестра. Об этом в интервью телеканалу РБК «Уфа» рассказал заместитель руководителя ведомства Марат Мирзаянов. Общая площадь земельных участков составляет более 4,5 миллионов квадратных метров. Расположены они в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Салавате, Нефтекамске и других городах республики. В дальнейшем информация о них появится в новом сервисе Росреестра «Земля для стройки», размещенном на публичной кадастровой карте. Соответствующие договоренности были достигнуты между правительством Башкортостана и Росреестром. У нас Минземущество определено оператором, и они будут направлять вот эти участки в Москву, соответственно, напрямую, и эти сведения будут публиковаться на публичной кадастровой карте. То есть уже любой гражданин на публичной кадастровой карте может ознакомиться с такими участками, там, застройщик, инвестор, пожалуйста, и для себя оценить, стоит, не стоит, сделать запрос, соответственно, там. Полное интервью с заместителем руководителя управления Росреестра по республике Маратом Мирзаяновым смотрите на телеканале РБК Уфа сразу после выпуска новостей.